Для сотрудников Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия каждый день рабочий. Приближающийся юбилей любимого города является веской причиной забыть про отдых и увеличить набранный темп по ремонту дорог в микрорайонах, далеких от центра. Улица Пригородная не стала исключением. Несмотря на то, что она не самая большая в городе, всего 38 домов, потрудиться дорожникам тут пришлось немало. Две полосы в двух направлениях требовали основательных, комплексных, предварительных работ по частичной замене дорожного борта и фрезерованию полотна, а также подготовки к ремонту зон для пешеходов и остановочных пунктов. Изначально был заменен старый дорожный борт на новый. В дальнейшем сделали тротуар на аллее, сняли старое асфальтобетонное покрытие, сделали основание из асфальтобетонной крошки. Так как участок работ очень большой и одним, как бы, скажем так, трудно сделать все эти работы подготовительные, на данном участке выполняли работы еще водоканал. На данный момент будем еще своими силами будем поднимать люки до проектной отметки. Такое комплексное сотрудничество и соблюдение всех необходимых требований обеспечат прочность и идеальную гладь дорожного полотна. А автомобилисты, проезжая по новой дороге, перестанут собирать колесами люки подземных коммуникаций. Показательным стал и выравнивающий слой дорожного покрытия, на укладку которого ушло порядка 360 тонн асфальта. Выравнивающий слой кладем с ЩМБ, а уже верхний слой будет с ЩМС. Это более продвинутый, это не так давно его переизобрели, ЩМС. Это с целлюлозой, скажем так. Более прочная и долговечнее, чем ЩМБ, который старый советский. Преимущество, как говорится, очевидно. Специалисты говорят, что новое асфальтное покрытие выдержит любые нагрузки, а благоустроенные остановочные пункты и тротуары создадут дополнительный комфорт. Конечно, будет отличная дорога. Не колохнет даже. Супер. Так что люди будут довольны. Сейчас десятилетие, это очень хорошо. Немножко город подделывается, сразу видно. Большое дело. Наталья Луговкина, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.